Участь свердловских дорог вскоре облегчат. На трассах области появятся новые пункты весового контроля большегрузов. Современная система позволит уберечь асфальт от недопустимой нагрузки, а значит, от разрушения, и повысить собираемость штрафов с дальнобойщиков. Она впервые электронная. Вот будет вес, датчики электронные по весу. И, да, и стоит оборудование, фиксирует габариты, также электронное. И через сервисную уходить сразу на Москву. По информации дорожников, ежемесячно в стране фиксируется до 200 тысяч нарушений, связанных с перегрузом фур. А ведь один под завязку набитый грузовик наносит трассе такой же ущерб, как 50 тысяч проехавших по ней легковушек. Три автоматизированных весовых комплекса появятся на Серовском и Рижевском трактах. Монтаж новой интеллектуальной системы завершится к концу года. Пункты весогабаритного контроля будут представлять собой лазерные 3D-сенсоры и весы, вмонтированные в дорогу. Они могут работать 24 часа в сутки, независимо от погодных условий. Так что чересчур тяжелые машины точно не пройдут. Мы лишь помогаем в данном случае сотрудникам ГИБДД исправлять эту ситуацию. И для сотрудников ГАИ важно, что это все работает в автоматическом режиме, то есть не надо там стоять на улице и отлавливать их вручную. Для водителей самое главное то, что все это происходит без остановки. То есть они как двигались по трассе, так и будут ехать дальше.